Итак, вот вышло обновление. Сейчас быстренько заберем основные аспекты текущего обновления. Зайдем мы через официальное сообщение, посмотрим, что написано официально в патчноуте. И также посмотрим, что изменилось в игре. Итак, смотрим. Патчноут официальный. Сегодня, напоминаю, было обновление 31 декабря. Что у нас добавили? Добавили коллекционный альбом для питомцев. При закрытии питомцев, при регистрации, у вас питомцы должны быть в наличии, в сумке ваших питомцев, получается. Если у вас есть они в наличии в текущий момент, вы можете закрыть специальный коллекционный альбом, где будут засчитываться различные грейды питомцев, различный вид питомцев. И за это вы будете получать бонусы. Бонусы получаются как за определенных питомцев, так и за закрытие одного грейда питомцев. Дополнительно еще бонус будет даваться. Добавлены два новых питомца. Это хаски и пингвинчик. Дальше у нас введены предсезон осад за узлы. Это понедельник, четверг, пятница и воскресенье. В эти дни будут доступны некоторые ноды, проводится предсезон 7 до 7 января. За участие будут различные награды в виде точек даваться. Дополнительно исправлена ошибка интерфейса, различные баги пофикшены в таблице, исправлены баги с обучением наконец-таки. Добавлено 6 новых ачивок для закрытия, которых требуются уникальные аксессуары и выше. Добавлено 2 ивента новых, получается. В шопе добавлены 2, можно купить сразу пета паком, либо 2 пета отдельно. Итак, давайте смотреть, что добавили. Книжка. Книжка у нас находится в коллекции. Здесь тут. Добавляем петов, которые у вас есть в наличии. В текущий момент в инвентаре ваших питомцев, можно так сказать, да? Можно нажать кнопку «Получить автоматически все питомцы, которые у вас есть в текущий момент в наличии». Они будут зарегистрированы. За это вы будете получать бонусы. Поехали дальше по ивентам разберем. Ивент «Отметка входа в 2020». Переведено прикольно. Тупо заходим, получаем различную награду. Ничего тут ценного прям нету. И войны за узлы. По ивентам в данный момент это все. А нет, вот еще один ивент, обещанный в честь Нового года. Нужно выполнить некоторые задания, порыбачить, лесозаготовка, использовать учебник, изучить скиллы, получаем предметы. И в итоге обменим их и на коробку, раз в день это можно делать. В коробке 10 плиток, 10 главарей, зелья, питательный корм и энергия. Что у нас еще интересно есть? На почте что-то прислали новогоднюю хлопушку. И вроде, в принципе, по обнове это все, что тут у нас из таких заметных моментов. В патчноуте вроде мы все прочитали, то есть, по сути дела, обновление не сильно там специфическое какое-то, небольшое, не такой на петов. Ввели альбомчик ивентики, не там супер подарками, но хоть что-то. И гильдия предсезон осад гильдийских введен. На этом пока все. Ждем, если какие-то будут нюансы, я выпущу видео. Ждем новых обновлений. Всех с наступающим и до новых встреч. Пока-пока.